И здравствуйте, дорогие друзья! Завершился у нас матч «Аврора Легион». Очень такой вязкий, очень сложный матч. Завершился он со счетом 1-0. Победила команда «Легион», а на интервью у нас игрок команды «Аврора». Ну, наверное, хочу сказать, чего вам не хватило сегодня. Все-таки я считаю, что и вы, и «Легион» были близки к победе. Там буквально, ну, процентное соотношение, ну, вот так вот «Легион». То есть очень близко все было. Да, не хватило реализации, как, впрочем, у нас и почти все игры. Моменты создаем, атакуем, а в конце не реализуем. То выше, то не бьем, то хотим закатить мяч в ворота, затолкать. Не получается что-то у нас. Ага, понял. Ну и когда забьет Гаспарян? Гаспарян? Ну пусть попа. Я вижу, вас вызывает это истерический смех. Гаспарян? Да, ну как мяч будет получать около ворот? Когда до него дойдет? Ему один удар нужен, один удар и гол будет. Один удар в пустые, я так понимаю. С метра. Все, я понял. Он ест после игры. Да ладно, все, мы все понимаем. Спасибо большое, удачи вам, ребят, давайте. Спасибо.